Владелец магазина обнаружил кражу ранним утром. Придя на работу, он увидел взломанную крышу, скрытую кассу и отсутствие товара на прилавке. Получив сигнал, мы оперативно провели прочесывание местности. Заметили троих парней с пакетами в руках, которые, увидев полицию, пытались скрыться. Они были задержаны. Нехитрой добычей подростков стали деньги из кассы, около 35 тысяч тенге, несколько бутылок водки, два блока сигарет, шоколадки и жвачка. Задержанные подозреваемые, которым нет еще и 20, в содеянном признались сразу. При этом они были крайне смущены то ли незначительной наживой, то ли внезапным задержанием. Ты можешь объяснить, зачем ты это совершил? Нет. Акша зарур болма. Акша жок беле да? Жок. Сүздөн суу. Жигиттер эмне үчүн бардыр бул урукка? Эмне үчүн бардыңыздар? Биринчи азаматтын калтасынан 11500 теңге. Экинчи азаматтын калтасынан 11900 теңге. Үчүнчү азаматтын калтасынан жана 11900 теңге. Примечательно, что у каждого из троих задержанных в карманах была изъята одинаковая сумма денег по 11 500 тенге. Как считают полицейские, ребята только что поделили украденную наличку. Это отчасти подтверждает и хозяин. Он говорит, что в кассе находилось около 35 тысяч тенге. В ходе следствия выяснилось, что молодые люди планировали веселую посиделку вечером. Теперь вместо веселья подросткам предстоят невеселые показания в кабинете следователя.